Сегодня в Ираке начнется первая за 27 лет перепись населения, которая охватит все регионы страны, включая Курдистан. Впервые в процессе подсчета используют планшеты и задействуют центры обработки данных. Долгое время перепись населения откладывали из-за конфликтов, нестабильной обстановки, разногласий между политическими фракциями, а также пандемией коронавируса. Предварительные результаты кампании опубликуют в течение 24 часов, а окончательные через 2-3 месяца. По оценкам Министерства планирования, численность населения Ирака к концу этого года превысит 43 миллиона человек.